Находимся с вами на Люсдорской дороге 142. Мы видим, как, скажем так, небезразличные одесситы сделали клич по поводу антисанитарии на данном участке. Увы, есть в нашем городе такие люди, которые, я считаю, не вправе называть себя вообще одесситами. Но город не может остаться в стороне данной проблемы. Мы совместно с департаментом городского хозяйства КПЖКС Вузовский, райадминистрация, организовали тут работу по наведению порядка. Также приложим все усилия к административной ответственности хозяина данного участка, чтобы впредь такого больше не было. К сожалению, на этой площадке не только крупногабаритный мусор. Наши жильцы из частного сектора сносят сюда весь мусор, который надо и который не надо. И нам, для того, чтобы было чисто, чтобы в нормальном состоянии, приходится дворникам все это убирать. Так что просьба к жильцам частного сектора, пожалуйста, мусор, бытовой мусор не сносите сюда. Это площадка для крупногабаритного мусора.